ограничения на оплату наличными в Испании. К примеру, вы решили купить машину. Хорошо. А в Испании есть ограничения на оплату наликом. То есть вы не можете там взять и прийти в автосалон и сказать: «На тебе кэша, я хочу машину, я хочу вон ту вот Теслу». Нет, так не получится. А если вы покупаете у компании, то есть вы приходите там, неважно, с первой, в новую машину вы покупаете или со вторых рук вы покупаете, но покупаете это в автосалоне, то тогда максимум, что вы можете заплатить, если вы резидент Испании, то это 1000 евро. Если вы не резидент Испании, а просто турист, который сюда приехал, ну и ему понадобилась, к примеру, машина, то это 10 тысяч евро. Вы можете оплатить наликом, а все остальное уже нужно будет платить безналичным расчетом. Что делать, если вы покупаете машину, ну или дом у частника? Тогда, внимание, какие ограничения? Ребят, ограничений нет. Вот по испанскому законодательству вы хоть какую машину можете взять с рук у частника, не у компании, заметьте, не у компании, а именно у частного лица, вы можете хоть сколько ему денег дать, и ограничений никаких не будет. Единственное ограничение, это если вы, допустим, покупаете какой-нибудь объект недвижимости у частного лица, вы приходите к адвокату, к юристу, к нотариусу, и он обязан сообщить о том, что вы оплачиваете наличными, для того, чтобы у вас потом проверили, налоговая проверила чистоту этих денег, которые вы оплатили покупку. Поэтому не советую делать крупные покупки через наличку, а машину купить у частного за налик — это без проблем. Так что запоминайте, если вы физическое лицо и покупаете у физического лица, то ограничений нет. Если вы физическое лицо, резидент Испании, покупаете у юридического лица, то максимум, что он может у вас принять, это 1000 евро. Если вы физическое лицо, иностранец, покупаете у юридического лица, максимум, который вы можете потратить в налике, это 10 тысяч евро. Вот так.